Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и вчера буквально ночью, то есть сегодня ночью я рассказывал о таком сайтике, стартап-групп, который называется, вообще непонятный сайт, 777 прибыли. Ну, что я хотел вам сказать. Первое, что здесь почему-то, вот давайте зайдем в личный кабинет, сейчас зайдем. Баланс 7.45, сумма депозитов по нолям, сумма выплат 0, партнеров 1. Сразу хочу сказать, не заходите сюда, потому что непонятный сайт, там вот новый депозит, вывод средств, все это работает. То есть ни депозитов, ни история баланса. Вот история баланса есть, изменения администратором. Что-то тут кто-то что-то наменял. Вот смотрите, начисления шли. Ну, в результате сегодня с утра, смотрите, начисление по депозиту. Вот 2.14 было начисление, и потом начисления, соответственно, почему-то остановились. Что хочу сказать. Все полностью не заходите. Это обман. Это обман чистой воды. Здесь бонус. Мое видео не прошло. В профиле. Ну, непонятно чего. Но вот хочу показать вот эту часть. Смотрите, я начал задавать вопрос. Здравствуйте. Так, сейчас, секундочку. Здравствуйте, а что с кабинетом у меня случилось за ночь? Куда депозит делся? Мне выдают вот такой стартап-групп Net, что перейдите по ссылке, найдите раздел 223. При работе с компанией ваши депозиты могут быть заморожены. То есть нигде в начале сайта это никому ничего не рассказано. Сумма депозита должна быть в кабинете на месте. Они вернутся после вклада 1800. То есть вкладывая деньги, вы не знаете, вернутся деньги, не вернутся. Неважно, 100 рублей это или там 1000 или 5000. С вас начинают требовать деньги. Ваши депозиты будут заморожены до вклада 1800. То есть пишу, то есть вы занимаетесь обманом. Если бы мы обманывали, это бы не писали изначально соглашение, которое могли прочитать перед работой. То есть как такового соглашения, когда вы делаете депозит, никаких соглашений здесь нет, и найти вы их не можете, потому что его нет нигде на сайте. Вот этого соглашения, на который отсылает вот этот товарищ-консультант. И здесь, да, 223. При работе в компании ваши депозиты могут быть заморожены. Это случилось, вам необходимо сделать новый вклад 1800 рублей для разморозки. Скажу сразу, нет. Это лоховской сайт, который открылся совсем недавно. И здесь ну, как бы заработать нельзя. То есть вот статистика инвестиций. Люди сюда вкладывают. Суммы выплаты идут вроде как бы идут суммы выплаты. Но вывести здесь ни хрена ничего нельзя. И сразу говорю, что это сайт Лохотрон, сайт обман. Не стоит сюда заходить ни в коем случае. То есть я, соответственно, вкладывать ничего не буду. И сразу вам говорю, что это обман чистой воды. То есть здесь не знаю, кто зарабатывает. Возможно, вот эти скрины. Вот эти скрины, они пишут сами рисуют вот эту всю статистику. То есть то, что люди тут 35 тысяч, 28 тысяч вкладывают, вообще такое ощущение, что это просто нарисованная админская статистика. На этом заканчиваю. Не ведитесь вот такие, на такие разводы. Всем привет!